Привет! Сегодня произошло чудо. Прихожу с работы, смотрю, что-то здесь зеленое под мои питание растет. А это у основания начала расти новая питая. Я даже не знал, что они так умеют. Посмотрите на эту красоту. Класс. Вот такие вот питаи. Я их вот привязал, растут. Тут огромный корень воздушный пустила. Вот видно, как нарастает сверху молодая. Вот моя самая большая питая. Вот так она бьется. Если не привязать, то она упадет. Многие писали, что можно не привязывать. Спасибо за внимание. Кто выращивает или хочет Выращивать? Пишите в комментарии, спрашивайте любые вопросы. Я их вырастил из семечек.